подписчики, с вами рубрика «Сатый огород Сибири». В прошлой рубрике я говорила, что будет у меня огород на подоконнике. Я посадила огурец балконный, но из всех семян почему-то зашло у меня всего два. Хотя был этот сорт очень проверенный. И я его посадила. Посадила, ну вот два. Будем наблюдать, как он дальше будет у нас расти и плодоносить. Потом мы сделаем, я покажу, как я делаю на окошечке, ниточки протяну. Потом мы на окошке протянем, ну, придется всего только две веревочки, ниточки, и по нему пустим дальше, больше будут они расти и развиваться, будем дальше наблюдать за ними. Теперь еще раз хочу вам рассказать про устому. Я в том году посадила устому в феврале месяце, но она у меня вот такая маленькая была, маленькая, не росла. Совсем не росла, а нынче вот она стала маленько подрастать. Подрастать, и вот даже видно корешочки, какие красивые. Ну, тут вот маленечко даже мы уберем вот засохшую почему-то лепесточек. Листочек, засохший листочек, вырежем этот. Вот этот цветок, я хочу вам сказать, он в том году у меня немножко... цвел. Ну а одним таким маленьким, очень совсем тоненьким цветочком, а нынче вот сбоку, я даже вам могу показать, вот сбоку начинает давать вот раз, два, три, четыре, прямо отросточка, я думаю, что будет четыре цветочка. Очень хороший, красивый. Но, к сожалению, не помню я название этой устомы. Ну вот в одном цветочке устома называется, наименование этого цветочка — Лариачи Кармен. Ну, к сожалению, не знаю, какой цвет будет. Ну вот так вот я хотела вам рассказать про эту устому. Всем пока-пока. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы и жду от вас комментарии, жду что-то нового.